Всем здорова, с вами Гитр94, и сегодня у нас реакция на RYTP от канала CJ Bash. Честно, я раньше не смотрел этот канал, так что мне будет уже интересно, что это за пуп такой. Черепаший Ералаш RYTP. Давайте смотреть. Да почему мышка-то хреново работает? Battle Tots. А лаверды? Садись два. Уроки учи. Теперь мы знаем уроки им заедить. Да, это хорошо, сдать уроки, да? Нас уроки не страшат. Злых уложим спать. Это уже музыка из Battle Tots. Сегодня я имею оптимистки, всего-весь, всемирно известного сыщика-любищика и моей любимой мамы. Ну что? Реверсы! Вы мистер Томпсон? Какой из Томпсон? Сегодня я имею интервью. Давай по новой, Миша. Удовольствие богатый Марбл. Эбрил, что твоя тетушка делает? Ищет ключ. Лежал ключ. Банан. Валакас. Это о том, что рост мужчины порядка 80 сантиметров. И раз уж вы здесь, знаком ли вам этот сосочек ананаса? Сосочек ананас? В мой кабинет и немного поболтаем. У меня нет. Пойдем кушурой поболтаем. Странные у тебя фетиши. Когда я смогу встретиться с легендарными парными черепарными черепарными парными черепашками муташками мутарными черепа? Че это ее переглючило? Когда я смогу встретиться с легендарной Эгги? Когда я смогу встретиться с легендарной Эгги? А вы тебе известно? Да, противный звук, если честно, такой. Эйприл, сперва ты полюбила пиццу с легендарной начинкой. Ты всегда очень любила черепа с такой горячо защищающей начинкой. А теперь мы еще имеем кусочек тануса, клакуса, или иными словами, кусок канализационного говна на твоем ебале. Ну что ты... О, видели, босс, и это все смешные человечки. Меня не волнуют смешные человечки. Меня волнуют только смешные зеленые человечки. Только она. Че? Зачем вам зеленые Зачем человечки вам? Смешные? Зачем они вам? Дубль три. Да, босс, зачем? Это не ваше дело. Хозяин, босс! Для меня большая честь познакомиться с Мармусом. Прошу прощения, я отдал свой вид химчистке. Виды крыса. Вы видите меня, мистер Сэд, мистер... Отзовите меня... Грандмастер Бис! Зовите меня просто величайшим в мире детективом со сневыходом друзей с Мармус. Прошу вас, зовите меня учитель, сердце учитель. Что для тебя? Для меня большая честь... Так, да, я понял, что для тебя большая честь. Какие-то негодяи похитили ваше говно. Учитель Сплинтер. Не волнуйтесь, учитель. Он труп. Мы его вернем. Как-нибудь. Так, пиццу мы купили. Пиццу мы купили. Теперь нам только осталось срать на учителя, Эприл и Какотина Вернона. Странные у вас фетиши. Держите их. Не украли вино! Какой ужас! Мы забрали гамма учителя Сплинтера! Да! Сука! Ага! Кусочек Сплинтера! Ау! Абсолютное сочетание шоколада и соли! И судя по высохшим частицам шерсти и по слою пыли, он провалялся на полу целых 3 недели! Дело закрыто! Что происходит? Да, еще я его сожрала. Без пизды. Смотрите. Они снова сбежали. Но на этот раз натравлен.
масло, на котором черепашки. Если хотите, пососу. Хватит людей, сляги. Вот. Три дня спустя. Ой. Ой, не надо. Ой. Прекратите. Это крепкий орешек. Пожалуй, ты прав. Почему не палец синий? Смотрите, подозреваю, что их похитили похитители. Да ладно, похитили похитители. Мы что, говно что ли? Да. Мы лодки. Удивительно, но я подумал о том же самом. Итак, моя милая крошка, выкладывай все силы. Не да, мерзавец. Может, ты все-таки покажешь ему самую малость? Ни за какие шишки, какашки, коври и кришки. Ни за какие шки. Ну что ж, детка, ты и твой дружок дорого за это заплатили. Я тоже. Отлично. Слышь, этот тип еще... А еще все говорят, по-моему, тут приятно. Уже намеки на это. По-моему, это музыка из «Крестного отца». Надеюсь, он мне пафосно не прилетит. Это зверь-крыса, хорошая, красивая. Это моя. Понятно. Очень много было жуток про... Очень много реверсов было, очень рандомных. И очень много, типа, я приветствую, да, приветствую. Слишком много повторяется. Это слишком много. Под конец какие-то уже намеки на секс, на то, что там все эти говню, извиняюсь за выражение. Да. Ладно, если понравилось, меня Алекс, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вы хотите не пропускать видео, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на CG Bash и до следующего видео.